В 13-й музыкальной школе искусств прошел конкурс инструментальной, эстрадной и джазовой музыки. Он проходит второй год подряд. На этот раз конкурс вышел на международный уровень. В нем приняли участие юные музыканты из Беларуси и России. Всего 80 талантливых исполнителей. Было предусмотрено 6 номинаций. Эстрадное фортепиано, духовые, струнные, смычковые и народные инструменты. Жюри оценивало выбор произведения, а также технику, подачу и оригинальность исполнения. Я считаю, что этот конкурс помогает участникам раскрыть свой какой-либо творческий потенциал, показать какую-то свою сторону, которую еще не показывали. Я участвую в этом конкурсе из-за того, что мне очень нравится играть эстрадную музыку. Я очень люблю джаз. В этом году уровень подготовки, безусловно, вырос. Учащиеся показывают прекрасные результаты. Нас очень порадовала младшая группа конкурсантов. Например, в духовой группе были замечательные исполнения. Уровень растет. Итоги конкурса подведут в течение 15 дней. Звание лауреатов получат как минимум трое участников, а вот гран-при конкурса достанется единственному исполнителю. Помимо памятных подарков, ему окажут содействие в творческом развитии, организации сольных концертов.